Ну вот вам блюз, между прочим. Вы подумаете, что это какой-то пляжник нищеброд идет с пакетиком. Ха! Во-первых, нищеброд ближе к блюзу. Блюз — это культура нищих, это во-первых. Во-вторых, самое главное, в принципе, что я хотел сказать про блюз, что я его понимаю как, значит, радость и скуки. Вот. То есть, вот, понимаете, это как вот песня Rain Beatles. Rain, rain, rain. Понимаете, вот это вот повторяется, повторяется. Shine, shine. То есть вот это, понимаете, повтор, повтор, повтор. И вот тебе хорошо в этом. Вот. Я так это определяю. Поэтому, собственно, вот я не знаю, что я тут, получается, советую тебе, дорогой друг, завести свой YouTube-канал и тянуть вот эту заунывную песню. Нет, не знаю. Просто я сказал про свою трактовку блюза. Вот. А если смотрите первый раз сейчас, то вот это озеро Яльчик, Республика Мариэл. Лучшее место в моей жизни. Место абсолютно незаменимое. И место, которое аж в 23-м году мне удалось его снова посетить. Это же просто невероятно. Я в 2001 году здесь первый раз на этой базе отдыхал. И так каждый год, кроме 11-го и 16-го. Ну так вот. И мало того, что я здесь оказался, но и здесь все по-прежнему, понимаете? Вот самое главное, что здесь все по-прежнему. Здесь время никуда не идет. И в этом тоже блюз. Понимаете, блюз останавливает время.